Да, они вдвоем. Два инвалида, это как две здоровые женщины. Только надо учесть, что если укороченным не догоняем, у него инвалидный, у меня. Два отскока. А три прихлопан. При этом добегает на эти два отскока только женщина. Да. Мужчины не бегут. Не надо было сгибать, не в эту сторону сгибайте. Болел? Сегодня? Да. Если ты идешь. Да, Вера, подернула немножко пернула. Вон, Ирка, тоже ногу заматывает. Я вчера упала. Валя. Женька, пару подай, что только пару подай. Чего такой курс? Да. Респирадол, родители. Все здесь мы с ними. Слушай, песни смотрит. Сейчас это все. И микрофоны включили. Вау!
Женя, вот надо линию вопрос. До игры пока живы. Пока легендарные игроки на корте. Пока живы. На фоне что? Для фотографии все. Сейчас фотографировал, опять намотается. А у меня нет этого ничего. Знаешь, кто выиграет? Давай это, твою. Говори, Ирина. Нет, давай. Стоп, стоп. Правильно. Правильно. Да, подаю. Вы сторону можете выбрать. Ай, хуй, давай, давай. Да? Ой, да что я? Давай на ту карту, да? Да, где выйдет? Есть? Давай. Ой. Давай, давай. Лови, Борька. Борька, лови. Борька, это Борька? Да. Нет. Да, так вас трое будет играть?
Продолжение следует...
Я!
Молодец! Отлично! Да не молодец.
поделать. Классный был укороченный. Четыре.
Thank you.
бежала, ты я же его видела. Сильнее.
Помеха. Спасибо. А нет? Сейчас будет. Нет, нет, нет. Давайте.
всем подряд. А Тимур так поздно. Есть еще порох. Проходи. Ау! Да, слышишь? А, да, да. Первая подача. Да, да, первая подача. Ну, Женя король, король веревок. Король веревок. Трассе. Ракет.
Женя молодец! Это в тебя. В тебя не...
Аут. Блин! Молодцы. Лёха, молодец. Нет, Лёха. Слева, бьешь вверх, и еще попу назад. Вот, вот.
Ракета. Ракета. Yeah.
Thank you.
Аут! То, что мы говорим. Блин, что ты делаешь? Ты ёбку мою. Хотел в ноги попасть. Да, я подумала. Все, нормально. Ты вчера полегчал? Давайте, а то застынет. Да. Что сейчас, до 10? Да не, дополните. С 6 до 10 у вас еще 3,5 часа отыграть. Хорошая игра, хорошая компания. До 10 вечера вот надо доиграть. До 10 игры. По времени. Я как Надаль бутылочки расставляю, не мешает мне. Молодец. Тайбрейк решающий. А? Шести переход. Нет.
Переход, смотри. Пошли! Пошли, ребят!
Футбольный газон. Понимаешь, купили дорогую траву, а выросли так. Так, Борис, все, не гуси. Слушай, еще скажу. Невера выросли, мой клевер. Невера, кстати, неплохо. А вот да? Такие сорняки с большим корнем, это надо подбирать. Невер. Невер. Это неплохо. Красный клевер, здоровый. Знаете, что на Булдоне ответили? Менеджер ответил на Булдоне, когда какая-то крупная американская фирма позвонила и сказала, что...